на льду самые преданные слушатели радиостанции номер один в России. Билеты на европейские игры, своеобразную спартакиаду, они получили за свою активность в радиоэфире на частоте 104.9 FM в рубриках «Топ-трек», «Хитбэк» и «Игра номер один». А сейчас общаются с голосами Европы Плюс вживую. Ты заметил, что у синих у них там хореография стала появляться? Под популярные треки участники проекта «На льду» танцуют, соревнуются в меткости и просто хорошо проводят время. Ну, лично я не видел, чтобы такого в Барнауле проводили. Может быть, просто потому, что я не выхожу из дома. Но я такого не видел. И просто собрались, провели выходной день, покатались на коньках. Еще за это подарки всем. До конца зимы запланированы еще две встречи. В честь Дня студента в январе и в феврале в честь приближения весны. А покататься под любимую музыку можно каждые выходные.